Друзья, всем привет, с вами, как всегда, Алексей Крылов. Даша, выходи! Выходи! Так, сегодня у нас, наверное, необычное видео. Сегодня мы заказали, как сказать, можно экскурсию, но это не экскурсию. В общем, поездку в спа-центр. Поскольку, ну, если вы смотрели видосы с Турции, когда мы были, Даше очень понравился хамам, я там это рассказывал, то есть она там готова часами сидеть, и в принципе хамам такое место, там не очень прям жарко, и для ребенка это просто был рай. Поэтому мы заказали спа-центр, то есть хамам, турецкую базу, да, как это называется. Вот, посмотрим, что это такое. Ну, мы съездим, а вы посмотрите. Заказывал эту поездку. Это услугу, да. На сайте cooltripcity.ru, ну, в принципе, у них постоянно экскурсии брал в Шарме и в Кургане. Вот, можете зайти туда, посмотреть какие цены, ссылку оставлю под видео. Ну что, мы отправляемся. Куда мы отправляемся? Мы вначале зайдем пообедаем, да? Даша пообедает, потому что весь обед она проспала. А потом за нами приедет машина, и мы туда поедем. У нас очень классный номер, потому что, видите, барная стойка. И сразу за ним, вот видите, балкончик, там наш. То есть я могу выйти из моего номера до барной стойки, наверное, сколько там шагов? 4 метра. Вышел к барной стойке и потом зашел опять в номер. То есть номер по расположению классный. Вот основной корпус нашего отеля. Я это показываю в каждом видео, когда мы идем там на завтрак, на обед, ужин. Или вообще идем купаться на море или в бассейн. То есть нам нужно идти вот в основной корпус и пройти через дорогу. Здесь такая двойная дорога. Ну, наверное, если говорить про вторую линию, это самая неудобная вторая линия, где мы жили. Но, ну, как бы из-за того, что мы с ребенком. Если бы мы были без ребенка, то вообще никаких проблем не было бы. Вот она, вторая линия, вот она дорога. Эта дорога идет на Каир. Видите, там такие ветряки вдалеке интересные. Так, переходим. Вот, в принципе, неудобство. Но этот корпус дешевле, чем основной. Так, вот вторая дорога. Все, мы перешли. Отель такой полный, что даже вот нельзя было доплатить, чтобы жить в основном корпусе. Так вот, поэтому проблем именно здесь с туристами нету. Ждем, пока знаем, приедет машина. Так, мы пьем с Дианой капучино. А Дашенька пьет. Что ты пьешь? Молоко, да? Даша пьет молоко, да? Папа. Чем ценна эта поездка для людей, которые хотят путешествовать с детьми? Тем, что в этой поездке мы без бабушек и без дедушек. То есть мы постоянно с ребенком, вот кто-то из нас постоянно находится с ребенком, и мы вот даже на все программы, которые мы поедем, мы на все экскурсии, вот все места мы постоянно берем ребенка с собой. То есть вот сейчас мы едем в спа. То есть сейчас будем смотреть, что это такое, поездка с ребенком в хамам, да? Вот приехала за нами машина. Идем. Все, ты готова? Все. Даша идет ко всем дядям на руки. Скажи, что это за дядя меня взял на руки? Я кучи, кучи. Вот так ребенок привыкает к незнакомым дядям. Тут как-то не стесняются брать детей на руки. Ну, в принципе, мы не против. Ты против, что кто-то берет твоего ребенка? Что, мы приехали? А где Даша? А? Все. Дашу забрали у нас. Так, заходим в синюю комнату. А сюда нам? Ну что? Мы идем в сауну. Ну что, мы сейчас так круто попарились. Сейчас идем в турецкую
сауну. С нами присутствует Даша. Ну, в принципе, ей сказали, тут уже как люди работают, сказали, в принципе, без проблем ей можно. В бане нам дали водичку, мы так хорошо пропотели. Ну, это не прям такая мощная там русская баня, просто так, ну, нормальная, комфортная температура. Сейчас идем в турецкий хамам, я не могу снимать, потому что сейчас все у меня запотеет. Так, ну что, я пошел. Так, я не делаю процедуры. Даша тут лежит. Тебя а? Да. Ага. Тут может запотевать, а? Ага, мне сюда, да? Ага. В общем, мы заходим в разные массажные комнаты. Диане с Дашей будут делать массаж здесь, а мне будут делать в другой комнате. Все, у меня тут будет релакс. Этот момент я снимать не буду. Ну что, друзья, сделали нам массаж. Сейчас я переоденусь и буду вам все рассказывать. Конечно, очень круто. Куда делась Даша? Не знаю, куда. Так, с Дашей тут все возятся. О, тут даже живет черепаха. Что классно, что мы поехали сюда с ребенком. Честно сказать, мы не рассчитывали, что она будет даже в хамаме. Ну, мы были настроены на то, что она будет постоянно нервничать, либо она испугается. Короче, мы не знаю. Ни разу еще не ходили в такие вот массажные салоны, или как это называть, а спа-центры с Дашей. Но ей все понравилось. Она лежала с тобой сколько? Минут 15, да, и делали, ты говоришь? Ну, массаж вообще, да. Минут 15 ей делали массаж, потом ей надоело, она накрывалась, ложилась спать, вставала. Уже под конец ей вообще надоело, то тогда с ней начали ходить. Да, мне сделали массаж от кончиков пальцев до этого, до кончиков волос. Мне все промассажировали. Нет, ты боишься? Боишься черепаху? Черепаха, пожалуйста. Мне промассажировали лицо, короче, все сделали, я не знаю, прям вообще. Ну что, мы вернулись в отель, я посмотрел в зеркало, я так обгорел сильно, что просто жесть. Я такой красный. Ну хорошо, мне вот, в принципе, делали массажи, я, наверное, сегодня обгорел, я еще пока не чувствую никакой жести. Наверное, завтра будет подпекать меня. Сейчас мы пойдем прогуляемся по вечернему отелю, пойдем зайдем на ужин и посмотрим, какие вечерние программы здесь есть сегодня в отеле. По-моему, какие-то мини-диско должны быть. Даша любит эти мероприятия веселые. Так что будем смотреть. Ну, обзор ужина — это будет отдельное видео, потому что с едой тут просто пипец. Вот огромный плюс в этом отеле, я понял, это еда и территория. А номер, вот реально, море, в принципе, как, если вы с ребенком, то море отличное, да, наверное, будет? Ну, такое себе. Не? Потому что заход здесь очень мелкий. Не, ну тут мелкий заход, но тут сделали какой-то непонятный прикол. Получается, наверное, чтобы берег не размывало, вдоль береговой линии, как раз где заход в море, насыпали камней остро. То есть заходить в море очень неприятно. И я заметила, что Даша там, где песочный заход, там заходит в море. А там, где камни, нет, так в Турции было, она сама не заходила, и здесь тоже не захотела. А в прошлый раз, то она сразу, мы только приехали, сразу Ну да. Здесь вообще не хотела даже подходить. Ну, короче, в принципе, вот все говорят, минус, ладно, пляж, территория, вот для меня, не знаю, вот лично для меня плюс, потому что есть где погулять, типа и зелень есть, и много бассейнов есть, короче, много чего тут есть, и аквапарк есть вообще именно. Но номера, короче, мы поняли, что это, наверное, самый убитый номер, в котором мы жили за последнее время. Ну, это же на второй линии. Да, но это мы на второй линии, может, как... Это из-за второй линии такое, потому что слышимость очень такая хорошая. Видите дверь? Я показывал там видео отдельное.
получается. Соседи в 4 утра еще не спать. Да, соседи не спа. Ну, очень шумные соседи, вот. Вот Даше тут все нравится. Спа ей больше всего понравилось, да? Понравилось спа? Да. Не, ну, в принципе, это круто, как бы. Как вам сказать? От ребенка-то, ну, проще всего отморозиться, а вот это все делать вместе с ребенком, это, конечно, очень классно. Когда она видит на собственном примере, вначале она боится, но когда видит, что там папу начинают массажировать, когда маму начинают массажировать, ее пеной обкладывают, тогда она сама не боится, тоже этому соглашается. Также и массаж, поначалу она боится, а потом видит, что папе или маме делают, и она тоже ложится, ей делают массаж. То есть мы на собственном примере показываем, что типа все хорошо, не надо этому, ну, бояться, и как она за нами повторяет, и делать то же самое, да? Но самая жесть у нас еще предстоит впереди. Вы увидите, какая у нас поездка будет длинная, долгая, и как, не знаю, что с этого получится, но решили уже ехать все вместе, потому что я не нашел себе как компанию, с кем поехать, вот так вот. И решили уже всей семьей ехать в сложную поездку по Египту. Наступил прекрасный теплый вечер. Сколько сейчас? Плюс 24 градуса, да? Да, сейчас тепло и ветер. Если он дует, то он такой тепленький, приятный. Обгорели мы хорошо, я уже про это говорил. Сейчас идем на первую линию. Что у Даши? Да, Даша захотела одеть шапку. Вот. Днем она ее не хочет одевать, когда нужно. А вечером, когда не нужно, она ее одевает. Так вот мы и живем. Так, в комментариях, смотрю, люди спрашивают, почему я поехал с другим рюкзаком. Ну, честно скажу, не, у меня тот классный рюкзак, вот. Просто в прошлый раз, когда ездил в пустыне, он очень запачкался, поэтому я, в принципе, решил взять этот, потому что он как, ну, типа, считается мой старый рюкзак. Но рюкзаки это как футболки. Просто рюкзак, они как бы разные по цвету. Я решил, что в этой поездке я буду выглядеть немножечко поярче. Вот, купил себе еще новые футболки, если вы заметили. Никто не похвалил мою новую футболку, а вот то, что рюкзак не взял, так все заметили. А я старался. Причем у меня есть еще вторая, тоже примерно такая же, только синяя. Так, мы переходим через дорогу. Я бы себе, если честно, бы еще третий бы рюкзак взял бы. Ну просто как, ну, есть один, второй, третий, ну, тоже. Чего ходить всегда вот с одним рюкзаком? Чем больше рюкзаков, тем круче, правда? Ну как у женщины сумочек, например. У нее же не может быть одна сумочка, она везде будет ходить. Вот сегодня настроение такое, взял яркий рюкзак. Другое настроение, взял другой рюкзак. Вот. Не только женщины могут постоянно сумки менять. Так что так вот. Я бы еще затарился бы очками. Где-то 5 пар бы взял бы разных. Вот, но у меня сейчас одни, потому что они всегда ломаются. Так, в холле здесь постоянно стоят напитки, всякие тортики. Даша тут любит торты есть. Пойдем по территории погуляем, да? Так, сейчас мы идем на ужин, а потом пойдем на мини-диско. Будем смотреть, как Даша танцует, да? У нас сегодня праздник. Ого, сколько тут тортов. Мы просто пропустили тогда ужин, пошли в рыбный ресторан. Но сегодня просто вообще что-то... Это праздник. Да, праздник. Ну, с шаров сколько. И вот с Аваи. Да ладно, на самом деле это я приехал, поэтому здесь все так начали делать. Шутка. Ну, еды просто тут. Горы еды. Я уже обзор ужина в другом видео сниму. Здесь очень много еды. Я просто не знаю. Я так, сейчас быстро покажу. Так, супы у нас здесь были. Вот. Все, будем ужинать. Так, мини-диско проходит вообще рядом со столовой. Пока там Диана следит за Дашей, я подумал, что бы тут съесть. Потому что я так наелся, а вот до сладкого я и не дошел. И теперь вот самое сложное, что на отдыхе, это выбрать, что же из этого съесть. Потому что тортов много, а нужно попробовать что-то одно. Жизнь – это выбор. Так, на десерт у меня победили фрукты.
решил торт не есть. Смотрите, здесь есть целый, нарезанный. Короче, что тут только нет. Наверное, еще гуаву себе возьму. Так, выходим на ночную прогулку по отелю. Всю энергию выплеснули на мини-диско, и это хорошо. Вечером, смотрите, там есть барная стойка, можно вот посидеть на свежем воздухе, что-то выпить. Вот как здесь вечером все светится. Вот какая аллейка из пальм. Но мы когда-то давно здесь были, и тут вообще вот была просто тупо аллейка. Был один бассейн закрыт, и все. Вот этого ничего не было. Вот насколько, видите, вот спросите меня про какой-то вот этот Лежардин, я бы сказал, что это просто отстойнейший отель. Но видите, со временем все меняется. Да? Да. Ну тут вообще капитально все поменялось на территории. Поэтому... У него была маленькая территория, зеленая. Да. С двумя бассейнами, все. Да. Ну, это к тому, что кто был там в отелях 3 года назад, даже год назад, может, кто-то был, все может меняться. Как в лучшую сторону, так и в худшую. Поэтому нужно искать только актуальную информацию и не слушать, как бы, кто был там 2 года назад, потому что, видите, все может меняться. Однажды я вот тоже был в одном отеле, не буду говорить название. В нем были вначале мои родители, они мне посоветовали, потом я был. И там были крутые, реально новые номера, все новая, огромная территория. Вот. Коралловые рифы, это тут в Хургаде все было. Потом мы посоветовали через пару лет Дининому брату, а он как, то ли хозяин-то поменялся. Там сейчас, говорят, просто полный отстой. Вот, тоже посоветовали человеку, и он расстроился. Так, у нас, когда выходишь с балкона, смотрите, не только вот барная стойка днем работает, но есть еще и качели. У нас происходит здесь ночное катание на качелях, да? Нравится на качелях кататься? Да? Одеть. Зачем? Я ж себя не снимаю. Я просто тут вышел в футболке и в трусах. Я себя не буду показывать в таком виде. Вот. А ребенок сразу говорит, одень футболку. Да. Все. Ладно. Нет, тут классная качеля. Мы просто шли в номер. А она, когда мы приходим в этот корпус, сразу понимает, куда мы идем, и расстраивается. А так говорим, купаться будешь? А так на качелях как раз. Ну да. В принципе, тут можно и из балкона выходить, нырять сразу в этот бассейн. Можно и ночью искупаться будет. Ну что, мы уже будем идти спать скоро. На этой прекрасной ноте будем заканчивать видео, да? Любишь спать, да? Не, мне нельзя на этой качели кататься. Давайте, я вам желаю всем счастья, здоровья, всего самого хорошего. Обязательно путешествуйте. С вами был Алексей Крылов. Всем пока! Ну и пока, Роман. Пока. Ух!